Друзья, мы в Петербурге на Октябрьской набережной. Смотрите, если кто забыл, что такое очередь, вот она очередь. И все стоят за свежей корюшкой, которая ловится прямо вот здесь в Неве. И вот мы стоим уже где-то минут 35, вообще в среднем где-то около часа. С небольшим приходится стоять в этой очереди. Но мы стоим, и многие стоят, потому что весна в Петербурге, сезон корюшки.